В любом случае, проведение международных конкурсов повышает рейтинг страны. Тем более, если все проведено хорошо и красиво, то это... Все же выпендриваются. Каждый хочет как можно круче провести Олимпиаду, открытие, закрытие. Я вот, например, недавно посмотрел открытие и закрытие английской Олимпиады в Лондоне. Очень круто, прям вообще. Джеймс Бонд, который сопровождает королеву, которая прыгает с парашюта. Ну, блин, очень здорово. Так о чем я? А, да, про конкурс красоты. Ну, а что еще можно про это сказать? Ну, это хорошо. Я никогда, если честно, не следил за конкурсами красоты. Ну, по-моему, есть вещи поинтереснее.